Наш год Первый канал устраивает акцию в день защиты детей. Выезжаем в разные города. В этом году Астрахань. Большая группа наших коллег, телевизионалистов, баллистов, спортсменов, сегодня приехали в город, чтобы провести с вами первый день лета. Оттуда дорога была длинная, но мы все собрали дорогу. И как бы даже на вертолете летали. Да, привезли мороженое, но это не единственные подарки, которые сегодня будут включены. Наши спортсмены готовы состязаться с вами в футбольном матче, который будут комментировать Виктор Гусев и Владимир Гомельский. Сегодня мы посетим заплыв в вашем бассейне. Мы привезли вам премьеру фильма, который состоится там. Сегодня будет закрытое детство с домом, потому что всех детей не добрать.